Плюс один это было, но на всякий случай проверить, да. Плюс один в Санкт-Петербурге, облачно, южный ветер до 6 метров в секунду, атмосферное давление еще упало на 1 миллиметр, 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 86%. Завтра нас ждет облачная погода, без осадков, ночью до минус 3, днем до плюс 1, пока в Санкт-Петербурге плюс 1 градус. Северо-восточное побережье Японии смыло в результате практически все машины, дома, людей. В городе Сендай, как сообщает местная полиция, обнаружены тела 200 или 300 человек. Около 3000 жителей префектуры Фукусима эвакуированы из-за угрозы радиоактивной утечки из местной АЭС. Пока отклонений в радиоактивном фоне не отмечено. Подробнее чуть далее. Информационное агентство Киода сообщает, пропал целый паром, перевозивший около 100 человек. Следов его пока найти не удалось.